Дорогие односельчане, дорогие наши женщины, разрешите поздравить вас сегодня с наступающим 8 марта. Пожелать, конечно, прежде всего вам здоровья. Пожелать, чтобы в семье у каждой из вас был уют. Пожелать, чтобы вы всегда за нами были, как за каменной стеной. Ведь что нужно женщине? Чтобы рядом был добрый, заботливый и благородный мужчина. С самого начала нашего человечества женщина всегда была на первых ролях, и наше человечество начиналось с матриархата. И мужчины все свои поступки в жизни только совершали благодаря вам. И самые сокровенные свои открытия посвящали вам и посвящают вам свои стихи, песни. Называют вашу честь звезды. И не случайно, если мы обратим внимание, что все планеты, Марс, Юпитер, Нептун, на которых жизни нет, они мужского рода, и только Земля женского рода. Мы самые свои гениальные поступки совершаем ради вас. И самые великие глупости. Мы ради вас готовы совершать любые расстояния, готовы залезть в любую форточку, даже если в нее не помещаем. Это все ради вас. Здоровья вам, удачи, благополучия. Мы вас всех очень любим. Вы наши самые прекрасные, что мы сделали.